Всем привет, ребята! Ну что ж, вот и настал этот момент, когда нам придется сразиться опять с ордой зомби. Ну что ж, как я и обещал, вот ваши приветы. Ну что, погнали? Так, что нас будет ждать в этой серии? Наверное, какая-то интересная битва или же что-нибудь захватывающее. Но мы сейчас посмотрим, кто тут у нас бродит. Так, придется передвинуть этот ящичек и запрыгнуть сюда. Ребятки, хочу вас предупредить, напишите мне какие-то идеи вообще, с кем бы сразиться, Шарику, например, или в каком мире ему побывать, пишите обязательно свои идеи, обязательно. И какая идея наберет больше всего лайков, мы заснимем в следующей серии, окей? Договорились? Ну тогда поехали проходить нашего красного шарика. Кстати, я почему-то не могу открыть других персонажей, хотя у меня пройдено все на золотые медали. Ребят, я не знаю, почему так. Так, может быть, вы мне как-нибудь подскажете? Окей? Так, давайте разгоним наш супер шарик. Так, перепрыгнем, чтобы у нас не задавил. И теперь сюда он у нас поместится. Хорошо, теперь спрыгиваем вот так вот, крутимся, вертимся. Только тут малыш зомби, на которого нужно вот так напрыгнуть. Получай. Все, получил у нас малыш. Теперь мы сейчас заберемся на эту огромную горку. И отсюда вот так как прыгнем. У-ху. Отлично. Что будет нас ждать здесь опять? Вот это тележечка, которую мы сейчас туда перекатим. Окей, теперь нужно запрыгнуть на этот выступ. Эх, вот хорошо, теперь мы допрыгнули и можем дальше продолжать наше путешествие. Но только здесь эти маленькие зомби, которые все пытаются и пытаются нам помешать. Ребята, смотрите, кто там внизу выглядывает. Так, что у нас тут интересненького? Ну что, давайте его задавим или так напрыгнем на него? Так, 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 эй, зомби, зомби. Фух, я думал, меня заметит. Ну что, настал момент того, когда тебя придется придавить. Вот и все. Зомби теперь нам не проблема. И теперь мы спокойно сможем туда. Ух ты, вот это ящик перекатился. Так, покатились дальше. Уху, вот это трамплин. Вау, вот это крутой прыжок. Да, действительно, очень круто все выходит. Так, сейчас мы тебя утопим. Смотрите, у него какое лицо стало, мордочка его зомбяческая. Так, а ну-ка, разгон. Ребятки, посоветуйте мне, в какие игры поиграть тоже. Какая игра наберет больше всего лайков, я попробую в нее поиграть. И вообще, стоит ли мне продолжать играть в Hill Climb? Так. Так, треугольник-то что ли? Ты что тут забыл? Мне нужна эта звездочка. Как же мне ее взять-то? Может, отсюда попробуем запрыгнуть? Так, а ну-ка, вот нас еле поднимается эта штука, мы, наверное, что-то тяжелые стали, разъелся шарик. Так, отсюда сейчас мы вот так запрыгнем и начнем двигаться туда выше. Так, смотрите, она что-то слабенько едет. Отлично, так, а зачем нам этот ящик, ребят? Зачем мне этот ящик, чтобы сюда запрыгнуть? Точно, теперь мы на этой тележечке разгонимся. У-ху, круто. Ой, даже его задавить успели. Так, только ты мне понадобишься, конечно, для того, чтобы с помощью тебя забраться вон туда. Отличненько. Теперь что? Теперь ящик сейчас передвинем вместе с тележкой. Так, ребята, и напишите в комментарии, стоит ли мне проходить другие части красного шарика. Может вообще пройти все, что можно только. Так, теперь тут звездочку. Ой, не достанешь ты нас, злодей. Так, вот и зомби вылез. Отлично. Ой, ну почти же запрыгнул. Так, отсюда. Теперь прыгаем вот так. Круто. Зомби получает. Звездочку мы собираем. Так, эта палка нам для чего? А, чтобы поставить туда вот этот ящичек заколдованный. Хорошо, хорошо. Теперь отсюда запрыгиваем, поднимаем наш флажочек и успешно проходим. Уху, и звездочку даже успели взять. Ну вообще отлично, ребят. Так, а ну-ка, что там, ничего больше не осталось? Так, звездочки я не пропустил, значит... Значит, прыгаем дальше, ребята. Так, ну на этом мы, наверное, закончим, ребятушки. Если вам понравилось, то поставьте пальчик вверх и подпишитесь на канал. Ну что ж, всем пока.
Всем привет, меня зовут Спуди-Ду-Ди-Ду, и мы проходим игру «Красный шарик». Ну что ж, мы отправляемся в приключение, в котором будем сражаться с зомби. Ребятушки, напоминаю то, что приветы передавал я в прошлой серии «Красного шарика», там посмотрите, которая вот недавно вышла перед этой, и там есть ваши приветики, вы можете посмотреть и найти себя. А если вы хотите попасть в новое видео, то пишите комментарии. Хочу попасть в видео. Так, и обязательно ставьте лайк. И все. И тогда вы попадете в мое видео в следующий раз. Отлично. Ребятушки, также посоветуйте мне, в какую игру можно поиграть. Или же, может быть, какую-то идею для красного шарика. С кем ему можно сразиться. Придумайте ему каких-то врагов. В общем, пишите. Обязательно пишите. Буду ваши идеи воспринимать. И чья идея мне больше всего понравится, ту я выложу в ролике, даже напишу, кто ее придумал. Окей, договорились? Ну, тогда поехали дальше проходить этот чудесный мир. Так, ну вот только нужно тележку эту отсюда убрать. Вот, а то не получается туда этот ящичек закинуть. Отлично. Все у нас получилось, ребятушки, вы мои хорошие. Я так рад, что вы со мной общаетесь, пишите мне всякие хорошие вещи, поддерживайте меня. Очень рад, я для вас буду стараться. Так, оп. Так, а звездочка? Как же звездочка? Мне нужна звездочка. Все, теперь отправляемся дальше. У-ху. Шарик всегда с улыбкой, конечно. Ай, ну может быть не всегда, пока мне не будут мешать вот эти вот зомби. Так, все, он у нас улетел, не знаю куда, я его не видел, но это и хорошо. Так, теперь нам нужно эту палочку туда вот так быстренько. Все, мы ее успели прикатить. Значит, то, что и ящичек мы тоже сможем сюда додвинуть. Хорошо? Отлично. Теперь покрутим эту конструкцию смешную. А, зомби, ты хочешь, чтобы я к тебе еще сходил в гости, да? Ну, получи тогда. Так, ну я думал, с помощью него получится запрыгнуть, но... Какой-то он худенький оказался. Какой-то худенький оказался зомби. Давно, наверное, не кушал шариков. Оп. Так, мы эту штуку раскрутили. И нужно вловить момент и прыгать. Угу. Так, пока что мы допрыгнули. Теперь ящички. Так прикольно на этих ящиках прыгать. Особенно на воде. Так. Все. Вроде бы не утонули. Ой-ой-ой-ой. Вот эта вот конструкция такая неудобная. Придется падать. Потому что мне отсюда не всегда получается проходить. Ребята, напишите, получается ли у вас проходить эту миссию. Так, этот момент игры, скажем так. Но у меня немножечко с трудом... Ай-яй-яй, куда я вылетел? Куда я вылетел? Мне ж туда не надо было идти. Давайте раскрутимся. Ай-ай-ай-ай. Лучше, знаете, я не буду брать эту звездочку, но зато спокойно доеду. А то как-то... Ой. Даже получилось, смотрите, получилось взять звездочку. Так, ты хочешь, чтобы я тебе... Ну все, ты меня разозлил, теперь ты будешь утоплен, маленький зомби. Все, еще ящик ему сверху на голову, отлично. А мы-то почему утонули? Вообще шарики, по идее, не должны тонуть. Он же шарик. Почему он тонет, я не знаю. Так, ой. Зомби, ты что? Ты что делаешь? Ты не хотел, чтобы я к тебе запрыгнул? А вдруг я хотел подружиться? Да хватит тебе биться, а? Вдруг я хотел стать твоим лучшим другом? Ну, хотя не знаю, навряд ли шарик будет зомби дружить. И так постоянно тут ему угрожают то, что его лопнут. Ой-ой-ой. Так, прыгаем отсюда, забираем еще парочку звездочек. Ну тут все просто, тут нужно... Ой-ой-ой, лишь бы не упасть. Ну может и не просто. Так, вот здесь что делать? А почему ящик упал? И зомби упал, и я упал, и все упали. Что происходит? Ай-ай-ай, да как тут не успеть? Так, мы вроде успели, отлично. И теперь его придавим. Все, мы его раздавили и катимся дальше. Ухау! Вот это трамплин, ребята. Вот это, видели, какой крутой трамплин? Я надеюсь, вам понравилась серия. Вы поставите мне лайк, ребятушки.
Жду ваших комментариев. Всем пока.